Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Альбом будет бэнгер. Такая хуйня. Йоу, шатаут Римдиге. Роимди. Варшаву когда? В апреле. В апреле у нас 6 апреля Варшава, 7 апреля Вроцлав. Damn, я нига go worldwide, бро, за бугор уже езжу выступать, блядь. В Польшу ебошу на заробитки, блядь. Дима. Видите, даже у Киевстонера не так все хорошо, ебаный, бро. Не за щебой, а за чебой. За чебой. Йоу, всем привет. На самом деле у меня был вчера продуктивный день, я вчера человек 250 забанил, дядя, я так с этому соскучился. У меня просто не было времени читать комменты, но вчера я уделил время комментам. Итак, а так все нормально, дядя. Что еще вам сказать? 24-го в Питере будем на маятнике Фуко, или Фуко, или Фука, или Педро, маятник Педро. У нас просто пацаны на районе теперь первый Фукой называют. За щекой, да. За щекой Киевстоны. Это вчера у чей-то малой за щекой Киевстоны. Я пил, не, я вообще не пью алкоголь, пацаны. Я пью только кодеин. И все. И то, когда Паша технику угощает. Здравствуйте, здравствуйте. Хапаешь, не... Зарабатывай на Rox Casino и получай гарантированно быстрые выплаты. Только здесь лицензионные слоты и огромный бонус на первый депозит 100 тысяч рублей. Оперативная поддержка 24 часа в сутки. Теперь это идеальное казино, посетив которое можно не только замечательно развлечься, но и выиграть крупную денежную сумму. Скорее приступай к лучшим игровым автоматам и наслаждайтесь высоким качеством сервиса. Ссылка в описании. Не курю, братан. Последний раз дизастером курил. И все. Можете задать какой-то вопрос, я вам расскажу, Даня. Когда во Львов, не знаю, братан. Колись. Вот человек обложку доделает. А там кто-то есть или нет? Что ты Клаву взял поработать? Работник года. Облощик года. Фит с чем, бля, не знаю, братан. Не знаю, это не от меня зависит. Но я, конечно, хочу с легендой ебануть. Когда альбом, ну хочу, чтобы он дропнулся 20 апреля. Там, не знаю, там посмотрим, бля. Там посмотрим, когда. Ты в курсах, что лига? Что за лига? Да, вчера терпилу включил, блядь, 100-метровку за резиной дал, блядь. Сколько будет стоить записать такой, как у меня? $5000, братан. На той студии, которую я пишу, здесь. Братан, я ж на студию сам езжу, понял?
Хочу пообщаться с вами, но никто ничего не пишет, кроме как привет, понял? Когда в Крым, не знаю, братан. Много кто зовет туда, но пока нельзя. Видел последний клип Мигаса? Да, Walk It Like a Talk It, очень сильный клип. Мне Дрейк понравился. Дрейк пиздец вообще, дядя. Сильный штрих. Очень сильный штрих. Когда в ЛСК? Что такое ЛСК? Что с баром? Все заебись, рабо. Приходите в Киев Стонер Бар, у нас там все четко. Скоро будет официальное открытие. Много дури, когда было в Америке, дожил там, блядь, хоть жопой лежу, дядя, отвечаю. Да, пацаны такого насыпают, дядя. Я вчера, блядь, я вообще в охуе, знаешь, на самом деле, сколько желчи на меня подписано, братан. Штрихи, короче, блядь, ждут, пока я ошибусь, понял. У них там даже свои чаты есть, понял, бля. Чаты, блядь, хейтеров Киевстона. Нахуя вы меня хейтите? Я же даже не выебусь, понял. Я же даже не выебусь, бля. А штрихи мне пишут, понял, типа хуйню, нахуя, блядь. Нахуя? Понимаешь, страшно было бы, чтобы я выебался. Если бы я выебался, я вообще не представляю, что было. Когда ювелирную лавку свою откроешь? Батал, у меня пока еще не все так грустно, чтобы ювелирную лавку свою открывать. Надеюсь, никогда, братан. В каком районе ты жил и живу я? Я живу на Радужном массиве. Улица Петра Вершигары. Отвечаю. Альбом когда стали? Хочу дропнуть 20 апреля. Там же написано 4.20. Но мне его 16 числа должны сдать. Чебупели на самом деле. Бля, братан, на самом деле чебупели охуенная вещь. Я это еще говорил, так как только после того, как первый раз их попробовал, когда Слава их засветил, мы как-то висели с Гонзо. Мы висели с Гонзо, это рэпер Саббат Культа. Раньше был Саббат Культ. Мы висели, я, Энди, Марул, короче, Тони. И, бля, они приходят с магазина, и чебупели. Я говорю, ебаный, вроде чебупели, понял. И похавали в натуре, дядя, понял. Сколько мне лет? Братан, мне 26. Мне 26. Херсон, будешь ехать? Не, братан. Я вспоминаю наш концерт в Херсоне, где нас, блядь, кормили со стейком с мертвого бомжа, блядь. Это было очень печально. В города, в которые я хочу вернуться, это в Тернополь и Запорожье, понял? И еще б Николай бы вернулся, наверное. Вот еще. Сколько треков будет? 9. Нема смысла уже ебашить там 11-12 треков, понял. Лучше понял, 2 раза в год выпускать альбом. Soul 74 еще будут треки. Да, вот с Фастом должны ебануть еще одну совместку. А там не знаю, братан, надо же со всеми словиться, понял. Надо же делать фит не ради фита, а фит, чтобы был бэнгер, дядя. Тернополь, да, Тернополь мне очень понравился. Харьков плохо встретил. Не, Харьков охуенный, понял. Просто мне не нравится. Место охуенный клуб, но мне там не очень нравится выступать. Мне сцена не нравится, понял. Какие фиты? Да бля, я уже об этом говорил. Я уже об этом говорил, какие фиты мечта. Все эти фиты осуществили. Львов как встретил? Охуенно, но я тогда ездил. Я ездил туда с диджей-сетом, а не с концертом. С концертом я еще не ездил, но Малевич охуенный клуб. Отвечаю, Малевич охуенный клуб. Там была бомба. Отвечаю. А, и Франек, да. Франек охуенно тоже встретил. Братан, это я просто снимался для Егермастера. Я просто снимался для Егермастера, братан.
Я ничего, ну... Ты посмотри внимательно. Это я тебе, Леончик, говорю. Ты заебал в своей Одессе работать, бля. Я, видишь, если нового барбера нашел. Ты теперь мой... Ты теперь не мой постоянный барбер. Ты теперь мой только одесский барбер, бля. Отвечаю, вот и все. Когда фит с укупником? Когда уже все грустно будет, понял? Ганджа. Ганджаман. Да надо время убить, по-моему. Почему распалась группа «Центр»? Я хуй его знаю. Ты что, в Газгольдере теперь? Нет. Я не в Газгольдере. Башки пашут каждые пару недель. Пиздец. И не пишешь, братан. Поприветствую с Полтавы. Я вас считал. Мишаня, what's up, нига, если это ты. Что у тебя в роте? Братан, у меня роты нету. У меня, братан, роты нема, я в армии не служу, братан. Что жую? Знаете, когда ты открываешь Моршин Спорт, у них такая типа хуйня вот. У них такая вот хуйня. И ты ее отрываешь и жуешь, да. Тут один хуй в роте, блядь. Ты у себя, не, я на студии, братан. Ты заебал, Вася, я тебя еще голым не видел, а ты говоришь, заебал. Ты что, гонишь? Когда Гаслайф выйдет, братан, не в курсе всех событий. Если вы думаете, что я там что-то решаю, нет. Там работает система так. Мне говорят, я делаю. Конечно, бля, ебать, а вы что, сами себя не смешите? Вот, знаете, в чем прикол? Знаете, в чем прикол? Вы просто не понимаете, чтобы вы, блядь... Годы 3-4 пообщались, были одни, понял, пообщались, блядь, чисто с самим собой. Вам бы было похуй, понял? Вы бы тоже шутили бы для себя, дядя. Отвечаю. Вот я ржу для себя. Никто меня не рассмешит так, как я, дядя. Не, ну еще есть такие типы, которые там нормально заливают. Ты по жизни такой? Хуй его знает, братан. Не знаю. Да ты популярен. Да где, блядь? Дядя, где та популярность? Я тебя прошу. Ну да, мусора останавливали. О, Киев Стонер, ебаный, брат, 20 фотков. Единственный плюс, брат. Зато ты когда приходишь в Nike, просишь процент, скидку 30%, тебе говорят, ты что, на концертах мало зарабатываешь? Нига. Откуда у бабжа печенье, блядь? Я за райдер выступаю. Вот так вот и живем, ёбаный рот. Ну что, сейчас выйдет альбом, будем ебашить. Будем ебошить, дядя, как Николы, нахуй. Пульт управления жизнью, блядь. У нас есть тоже свой Киевстонер на районе. Твой брат-близнец. Шатаут ему, дядя. Скажи, хотел себе страничку в рекламе, будем в Инстаграме, будем через него рекламный офшор делать, дядя, понял? Он будет делать рекламу, понял, у себя там. Передай привет. Брат, я не прочту твое имя. Когда в зал ходить будешь? Бля, братан, я и так каждый день в актовый зал хожу. Что ты мой, блин? Когда ты в зал пойдешь, заебал? Да ну, моя украинская звучит как суржик. Ты что гонишь, дядя? Это вообще, бля, истерика.
Що вам так сказав, хлопці, бля, то відбачили ми з пацанами, то, бля. О, шатаут Камчатки. К нам, кстати, кореш с Камчатки приезжал. Это, наверное, он. Шатаут Камчатки, дядя. Бля, ебать это далеко, дядя. Димку-невидимку с Полтавы, знаешь, конечно, that's my nigga, дядя. Кстати, мама у него охуенный торт спекла, спасибо всем. Шатаут Новосибу, дядя. Когда питерский сольник, братан, в мае? В мае сольник будет в Москве и будет сольник в Питере. Есть кто? Питер, Москва. В Краснодаре? Не знаю, братан. Посмотрим, как карта ляжет, понял. Нам одни очень опытные люди, понял, должны сделать хороший тур. Мы верим в то, что все будет заебись, блин. Я тоже стрим люблю. Охуенный. О, торчки. Торчки. Шатаут пацикам с Краснодара. Ебаный урод. В моем баре можно, конечно. Да. В Киев Стонер баре можно походить. И, бля, я очень рад, что у нас там вкусная кухня. Саня, если ты это сотришь, ты царек. И второй повар тоже. Я просто не могу запомнить его имя. Да, братан, ночью я так орал, пиздец, блядь. Знаешь, что мне больше всего понравилось? Сейчас, секундочку, подожди. Она не пойдет, потому что на голосе улиц, понял, такой бит был с вот этим вот сэмплом, да. Да. Вот так вот и живем. Работаем, дядя. We've been working. Блядь, дядя, на самом деле, новый альбом мне очень нравится. Он мне пиздец нравится. У нас уже 6 треков готово. Oh well, fucking dog. Что ты знаешь про Сидора? Ничего, дядя. Когда хитяра с техником, когда Пашкин альбом выйдет, это и будет. Бля, я уже в доту 3 недели не играл. Пиздец. Отвечаю. Пизда. Ладно, ребята, был рад всех видеть. See you soon.